Здравствуйте, зрители. Вот я вчера снимал циклон. Был у него, конечно, вид страшный. Сегодня я его отпескоструил. Вид у него стал достойный. Отпескоструил до молодого металла. Будем говорить так. Заводской это. Циклон или фильтр. Пылевой. Тут двигается фланец. А вот оставил пятнышко. Неудобно было мне добраться к нему. Поворачивал, но не увидел. Вот так вот, короче, он выглядит. Для чего вот это? Мне интересно знать этот болтик, заглушка. Там маленькое-маленькое отверстие калиброванное, ну, 3 миллиметра, наверное. Для чего он служит, не пойму я. Также и на том циклоне такой же есть болтик. Вот. И вон стоит, я показывал вчера, может быть, не видно было, конус этот, грибочек. На большом циклоне его нет. В общем, кому интересно, звоните. По поводу циклона я имею в виду. Вчера я посмотрел в комментариях, пишет человек, а вы изготавливаете циклоны? В видеоролике я сказал, что я приобрел по случаю, потому что я искал. А он говорит, вы изготавливаете, куда он смотрит, как ролики люди смотрят. Говорю русским языком, но все равно как будто не слышат меня. Ладно. Всего хорошего, желаю здоровья. До свидания.